Можно ли поменять сценарий на уровне мышления, работая только на уровне энергии? В данном случае мы как раз-таки используем энергию медленных мыслей. Знаете, у вас в жизни бывают повторяющие события, регулярно повторяющие события. Сценарий приблизительно одинаковый. Меняются декорации, меняются люди, но там присутствует что? Там присутствуют какие-то однотипные люди, события какие-то однотипные, и самое главное, результат негативный для вас. И сценарии разные могут быть в области отношений, в денежных отношениях, допустим, в карьере это может быть, со здоровьем это может быть связано. Это так называемый уход с основной линии жизни, с линии, предназначенной для вас по судьбе, на так называемый кармический штрафной круг. И вот здесь сценарий нужно менять. Непосредственно мы что делаем? Глубокая работа, на самом деле, она двухдневная работа, но мы на точке даем за 4 часа. Такие сценарии вылазят только тогда, когда вы включаете цель какую-то очень важную для вас. И всегда включается дополнительный сценарий, почему эта цель не должна у вас реализоваться. Как в будущем должно это развиваться, мы можем поменять.